Выпуск продолжит наша рубрика, посвященная юбилею автогиганта «КамАЗ 50 лет в деталях». Напомню, на прошлой неделе мы вспомнили, с чего начинался прессово-рамный завод, как по Каме в город доставляли оборудование, а технологи предприятия ездили на обучение в Японию. Сегодня же узнаем, чем ПРЗ живет сейчас. Как мощнейшие прессы соседствуют с юркими роботами, смотрите далее. В прошлом году прессово-рамный завод в рамках модернизации буквально снес границы, стены старых цехов. Теперь это помещение совсем не похоже на то, что строили здесь первопроходцы КамАЗа полвека назад. Кардинально изменились и подходы к организации производства и интерьер. Свободное место занимает новое оборудование цеха по изготовлению алюминиевых баков. Большую часть работы здесь выполняют роботы. На заводе работает и уникальная для КамАЗа лаборатория. В ней делают замеры деталей каркасов новейших кабин К5. С помощью сканеров замеряем, как бы снимают поверхности детали, потом сравнивают их с мат-моделью и как бы показывают отклонение от идеальной мат-модели. Если недочеты имеются, то деталь отправляют на доработку, чтобы потом вновь вернуться на сверку с идеальным результатом. Отвечает современным стандартам и процесс сварки кабин. Все работы над деталями здесь проходят параллельно. Помогают заводчанам здесь специальные сварочные клещи из Германии и Австрии. Их можно запрограммировать на несколько режимов работы. Мы находимся в цехе штамповки и сварки деталей кабин, где производятся комплектующие и узлы нового поколения кабин семейства К5. В частности, здесь производится роботизированная сварка данных узлов. Цех сформирован в этом году и служит только для производства нового поколения кабин К5. А новые модели, в свою очередь, разрабатывают конструкторы, об истории и работе которых мы расскажем на следующей неделе. Виктория Евсеева, Дмитрий Кравченко, Челны-24.